То, что было в начале, что со мной происходило, как это все началось, это все забывается. Все забывается. И вообще надо забыть это, как страшный сон. Эта болезнь излечима. Не надо его бояться. Многие его переносят бессимптомно, то есть человек не чувствует, что в организме имеется этот вирус. Главное, чтобы не было осложнения. На данный момент я себя чувствую очень хорошо. Я считаю себя здоровой. Естественно, зависит еще от результатов анализов ПЦР. После двукратного отрицательного результата я покидаю больницу и возвращаюсь к себе домой. Поверьте, это излечимая болезнь. Не надо бояться, нужно быть оптимистом. Конечно, будет страх, который я в свое время пережила. Особую благодарность выражаю отделению 1П, заведующему отделения Абзал Дюсенбековичу, лечащему врачу Ажарбаужану, наши постовые Махирям и Ерзат, сестру-хозяйку Ардах, буфетчица наша Гульмира и санитарочка Гульнару за их теплый прием, теплые и нежные отношения к пациентам, внимание, заботу. Огромное вам спасибо.